Календарная весна наступила, с ней приблизился и паводок. Представители МЧС рассказали о прогнозах весеннего половодья. В Саратовской области 5000 домов находятся в зоне предполагаемого подтопления. Большая вода предположительно придет в 25 районов. Общий ущерб от грядущего паводка может составить более 100 миллионов рублей. В зоне затопления может оказаться 79 населенных пунктов наихудшего развития сценария. Около 5000 домов, в которых проживает до 13000 человек. Между тем, метеорологи заявляют, что готовиться нужно уже сейчас, поскольку большая вода в этом году придет как минимум на неделю раньше. Это связано с тем, что в течение всего марта температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. А значит, паводок на малых реках области начнется раньше. В середине марта в безусловном порядке все соответствующие службы, структуры, органы, организации в безусловном порядке должны быть готовы к началу проведения весеннего половодья на малых реках области по всей территории нашей области.